Житель дома номер 3 по улице Просвещения Фарид Сулейманов попросил нашу редакцию обратить внимание на надворный туалет. Двухэтажные дома казарменного типа не имеют канализации. К тому же летом один из туалетов, простоявший 20 лет, сгорел. Его хотели заменить в прошлом году. Выкопали яму. И на том все закончилось. И больше их ни строители, никого не видели. Жильцы обратились в управляющую компанию «Строитель», которая обслуживает эти дома. Они приехали, распланировали, мы надеялись, что начнут строить. Как распланировали, на том и все закончилось. Вот и приходится жителям пользоваться единственным туалетом, который давно уже не соответствует санитарным нормам. Септик переполнен, вокруг непролазная грязь и антисанитария. На наш устный вопрос в управляющей компании «Строитель» ответили, что туалет построен. И где он? Может, зрители помогут найти его в кадре? Наш оператор не увидел. Депутаты Центрального избирательного округа отправили запрос в администрацию города, но ответа так и не получили. Неужели это такая невыполнимая задача – построить обычный туалет?